Погнали. Нам нужно добить. Да, мы выяснили. Мы выяснили по поводу Хартмана. Мы выяснили, что говорила наша жена при допросе. И затравочку на следующую часть мы тоже... тоже поняли. Но мало, захотелось больше. Да, да, я прочитала то, что ты написал. А, теперь нужна твоя помощь, Арчибальд. Нам нужно отправить копии письма. Выходи из Pet Animals. Ты нам нужен. И Лакнар, ты тоже выходи. И Понда. И Лёша. Все. Нам нужно отправить письма. В низком коридоре. Но где? Отправить письма, чтобы с нами ничего плохого не случилось. С космонавтом разговаривали. Дело сделано. Нам нужно теперь технический коридор. Мы только оттуда пришли. И мы не видели. Где здесь вдувочные письма? Может, свет? Даже если они будут, не факт, что они же будут тут работать. Про электричество. Мы сейчас отправляем письмо. Здорово. Да, это вся суть игр здесь. Очень интересно, ничего не понятно. Но мы многое прошли, мы завершаем сегодня контрол. Вот! Я нашла. И третья. Но все испорченная карма мне не грозит. И проехали. Но как сюда попало первое письмо? О, нет, надо, ну не... Надо отследить отправителя. Не надо отследить отправителя. Черт, нам надо отследить отправителя. Как побыстрее отсюда уйти? Нет, не сюда. Я уже потерялась. Ну вот и дамаг от предметов. Так, ну да спокойно. Я забыла, как отсюда уходить. А это я уже сделала. Это мы уже сделали. Никитка, нет, вечером уже у меня стрим, 4 часа, мы завершаем контроль.
Если я пойду снова в WoW актуал, то я бы хотела почилить. Лёша тоже не сможет. Я бы хотела почилить, повыполнять миссии. Вместе поиграем в другой раз. Вместе побегали. Хочется самой изучить. Так что если я пойду, то только одна. Спасибо за повод. А потом можно будет снова вместе. Да, мне хочется углубиться. Так, где проход? Он где-то же был, я оттуда вышла. Я не понимаю. А вот. А я специально не качала перса. А ты его оставь, возьми другого. Или подожди, я же пройду вперед. Ну, с самого начала, когда я играла, я не говорила, что я буду проходить все с чатом. Я думала, что чатик иногда будет подбегать, мы будем там как-то веселиться, дурачиться, и я дальше пойду. Читать сюжет и изучать мир. Так что, прокачивайтесь, если что, где-нибудь пересечемся. Спасибо за фоллоу. Да, хочется все посмотреть, ничего не пропустить. А когда много людей, ты ненароком пропускаешь что-то. Ну, мы классно побегали. Источник. Можно просто пойти по трубе. Ага, так это ты здесь рассылаешь спам. Ну, вот так-то лучше. Больше никаких спекуляций на суевериях. Но все-таки хорошо, что мы отправили письма. Так. Да, там был спам. А в чем сила главного героя? Телекинез. Полеты. В голове у нее есть подружка. Захват разума. В принципе, ничего. В правде. Да. Нам осталось последнее. Что? Пролить свет на растение. Да-да-да, Мили. Я всегда стараюсь так играть. И всем советую играть всегда в свое удовольствие. Поэтому, когда я начала в Dark Souls, Мили, ты не представляешь. И в Доту. А у меня есть, ребятки, старички из чата, да и кто недавно пришел, они понимают, что происходит, они иногда советуют, все. А когда заскакивали новенькие в Dark Souls и в Доту, это было просто тяжело. Тяжело. Все я делала не так. Ой, я вижу цветок. Все я делала не то. Да тут и так свет. Им нужно больше света. Видите, цветочки иногда и не в кабинетах стоят. Старички в чате. Ну да, Тиамат уже у нас старичок. Лакнарчик уже полустаричок. Арчибальд уже полностью седой практически. Осталось немножко.
Ой, надеюсь, 2 месяца с этими резинками пройдут быстро. В них так неудобно вообще говорить. Новорожденный считай. Да, ты только сегодня вылупился у нас в чате. Да, Мили, я прекрасно понимаю. Все хотят поделиться опытом, и это неплохо. Главное не спойлерить и стараться не гореть. О! Твою мать! Меня вынуждаешь вступить с тобой в бой. Но сначала можно я растениться тут? Есть. Надо еще найти. Ты жук. Какой же бесявый тип. Меня сейчас убьет. Я тебя захвачу сейчас. Он будет постоянно телепортироваться. Так. Нам в другое место надо. Добиваем это задание и все. А, и часы. Помнишь задание с часами, Арчибальд? Эксплуатационный коридор. А, я здесь не нашла. Как называется? А задания такого нет, там просто стоят часы. Тут нужно полить цветочек. Но проблема в том, Арчибальд, что его здесь нафиг нет. Мы с чатом тут все обрыскали. Гибади или на клавиши, на харде или на средний. Но я наслаждаюсь, смотрю в архиве DS3. О, спасибо, ветеран. Спасибо. Да, у каждого человека свое личное прохождение. Это интересно. Кто как поступит или как убьет. А где цветочек последний? Это выход наверх. Коридор. Мы дошли до самого конца, не нашли его. Там все осмотрели. Наверное, Арчибальд не помнит, где этот цветочек. Можешь не молчать, ветеран. Я что он тут? Режим какой-то устраиваю. Мы же должны обсуждать. Не появляйтесь, пожалуйста, монстры. Я хочу найти цветочек. Навряд ли он его поставил туда. Навряд ли он здесь. Я почему-то иду.
Всем за фон. А, тут камера стояла. Эксплуатационный коридор. Первое от точки контроля за дверями справа, слева. В Янплее, спасибо за подписку. 38, держи кружечку меньше, чем 3-6, ман. Спасибо тебе за подписочку. Мы завершаем сегодня контрол. И твой заказ. Так, мы возвращаемся от точки. Ну нет, идите уже пей. Спасибо за фоллоу. Погрузочная площадка северная, так. Да, наконец-то. Спасибо за фоллоу, спасибо за подписочку, Янплей. Так. Мы в эксплуатационном коридоре. В северно-западном углу комнаты правления. Какого правления? Мой ник замазолил мне глаза. Надо же указать заказчика. Пусть все знают, из-за кого я так долго тут застряла в бюро. Пусть все будут в курсе. Блин, мы потеряли наш свет. Где же цветочек? Не потерялись? Подождите, от кого вы отхиливаетесь? Шарик? Так, мне нужно, чтобы меня Арчибальд взял за руку и отвел, потому что я ничего, ни хрена не вижу. А может тут есть свет, и он мне покажет путь. Ну, свет есть, а растений нет. О, там темно. Блин, а посветить нечем. О, нет. А если сделаем пустяка? А если обновим, свет останется тут? Да. Да я знаю, Понда, я тебя спалила. Угу. Но ты уже не играешь, но вы играли.
Я все вижу. Так, а куда надо идти? Ну и где это растение? На него к потолку приклеили, что ли? Привет, жила. Подожди, как правильно твой ник? Скажи, пожалуйста. Лазурчик? Лазурчик? Лазучик? Здрасте. Кахову, привет. Я вас контролирую, чат. Лёш, дёрни, пожалуйста, Арчибальда за косичку. Я не могу найти цветок. О, нет. Надо запомнить, что свет будет лежать здесь. Тихо! Я вас убивала тысячи! Твою мать! А у меня не было. Откуда бомба? Янплей, раз ты играл в Control, скажи, пожалуйста, где этот сраный цветок здесь находится? Он самый последний по заданию. Может, он где-то в ящиках? Навряд ли. По башке дать. Туда. Так, тут невидимый чел. Ребят, нужно быть аккуратными. Туда. Я убийц. Все? Не, музыка еще тревожная. Как ты погнал? А показывать, где цветочек? Куда это ты погнал? Гэнплей, где цветок? Тогда заказчик не присутствует на стриме. Это что такое? Чат, кто-нибудь свяжите ему, развяжите ему шнурки и свяжите их между собой. Ну, нужно пролить свет, это квест от Ахти. Отдельно, не по сюжету. Я просто его взяла, и мне хочется его закончить.
Устал присутствовать? Ну, он сам выбрал такую игру. Да, вообще, Арчибальд Ведьмака заказал. Если Арчибальд не будет на каждом стриме по Ведьмаку, я тоже свяжу его шнурки между собой, чтобы он... И затащу его, запру в шкафу, пускай и вырежу в шкафу квадрат, вытащу его лицо и пускай смотрит, как я, блин, миллиард лет прохожу Ведьмака. Смотреть, до чего ты меня довел, Янплей. Я ищу сраный цветок уже 300 лет. Арчибальд. Ау. Не хочешь помочь мне найти сраный цветок? Я же скинул там все три этих местонахождения. Я не помню их так на память. А ну... Еще раз продублировать? Нет, давай ты меня за ручку поводишь, покажешь, где этот сраный цветок. А я не помню. Мне контрол запустить? Да, я тебя жду. Пойман. Сидят, играют так в World of Warcraft. Так. Вот где вот эти все чудесные советчики из чата? Нету, тут нету. Реально, ну вот. Где они? От тебя не спрятаться. Конечно, в моем дискорде сидят, играют. Никто в контрол не играл. Да много кто играл. Миха играл, Арчибальд играл, Янплей играл. Все-таки свалил Янплей, упрыгал. Ребят, нажмите на плюс, кто играл. И на минус, кто не играл. Пожалуйста. В большом холле. Не здесь. Подожди, большой холл. Минус, плюс, плюс, минус, плюс. Не, плюс, плюс. Вот. Вот. Даже новые пользователи написали. Луркеры вылезли. Привет, ребят. Привет, ребятки. Выглянули тут поставить. А холл? Это не похоже на холл. Я вообще Вов запустил, да, я видела, ты там на корабле стоял. Арчибальд. Янплей, ты все еще здесь? Я так и знал, что шнурки помогут. Помоги найти сраное растение. Вот он где-то тут. Ну не наверху же оно. Ну не на ящиках же. Я прям просто залюбовала каждый угол. Три локации. В трех локациях по три места. Мы в какой? Мы в эксплуатационном коридоре. Последний цветок. Последненький, махонький, сраненький цветочек. Да, это питание растений. Пролить свет на растение. Вот, я стою здесь. Но мне хочется пройти вот этот. Я уже его закончила. От точки контроля за дверьми справа. Слева от искаженного. Подожди. Второй слева. Так, тут вообще цветка нет.
Да вы издеваетесь, они тут постоянно будут возрождаться. Ну, вы еще решили меня задушить моим, блин... Я ж буду туда-сюда ходить, искать его! Ты, блин, тварь... А я сейчас сдохну! Нет! Только нет. Туда его. Ты нашла видео? Сейчас, ребят. Сейчас, можете не удалять сообщение? Я успею? Сейчас. Все. Все. Теперь можно. Фух. Быстрое перемещение... Секунду. Быстрое перемещение контрольной точки оперативного коридора. Отсюда возьмите свет справа от вас. Пройдите через двойные двери и сразу же проведете направо. Найдете растение позади себя. Затем идите по ним... Так. Контрольная точка. Отсюда возьмите свет справа от вас. Вот. Пройдите через двойные двери. Двойные двери там? И сразу же поверните направо. И найдете растение позади себя. Поверните направо и сразу же найдете растение позади себя. Это не так сработало. Иду направо. Я продолжаю идти направо. Его до сих пор нет. Ой, в жопу ему судьба завять нахрен. Я пошла. Все. Нет. Оно не резнулось сзади меня. Я не верю в судьбу. Часы, да и часы в жопу. Все. Пускай себя, блин, там тикают, мне вообще без разницы. Я поставила будильник. Жетон, найти шум. Что это такое? Найдите вступить в контакт с измененным предметом, аркадным автоматом. Да и срать на этот автомат. Я наверх. Основные миссии мы выполнили? Мы же выполнили основные миссии. Самое главное. И мы столько побочных сделали, что уже на часы и на растения. Уже похрен. Да все в жопу. Да мы столько сделали, ребят. Ну, я не могу еще дальше делать вот прям все. Так. Вайвайт, если найдешь цветок, я подарю тебе подарочную подписку. Если найдешь все цветы,
в этой миссии. Я не буду вступать в контакт, я просто хочу выйти в общий коридор. А вообще, как заканчивается это DLC? Пускай Ахти сам разбирается с цветами. Так, мы там все прошли, общий коридор. Ниси больше нет. Все. А что дальше? Нужно ли возвращаться в бюро? Ну, точнее, мы уже в бюро. Развязал. Ну, хорошо. Gameplay. Мы завершаем заказ. Все. Завершаем заказ. Ой, только такой вопрос. Не нужно тут возвращаться в бюро. Просто не хочется завершать так, чтобы мы тут... Ну просто тупо выходим отсюда и все. Спасибо. Вот. Пожалуйста. ГЦ. А, основное прошли. Возвращаться не надо. А я вернусь. Оценку ставим? Да, я поставила. Но из-за сраного цветка я не хочу понижать. Все, мы идем на свое директорское место. Всё это не просто так. Говорю же, совет организовал, сплетники. Подготовить открытие межпространственных переходов диапроектором требуется слайд. Что же тогда предмет силы? Слайды или диапроектор? Или разграничение является ошибкой? Ну все, пускай они там работают. Мы с вами закончили прохождение.